На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. Зачем нужны крестные, если родители ребенка сами воцерковленные? Традиция иметь крестных на крестинах в том числе восходит к временам, когда сами родители еще не были, может быть, даже христианами, они готовились к крещению или только-только начинали свой путь, или были крещенными, много лет назад крестились, но так и не вошли в церковь, и как бы смирившись с тем, что не могут воспитать своих детей вот в христианской вере, они просили для того, чтобы их знакомые, может быть, это были родственники, были восприемниками их детей. На крестных лежит духовная ответственность именно за христианское воспитание мне знакомы случаи когда родители э, умирали или пропадали без вести и э, фактически функцию отца и матери заменяли крестные очень важно если вот вы можете такие отношения выстроить то на всю жизнь да вы своему ребенку как бы дадите вторых родителей неизвестно как жизнь будет складываться никто из нас не застрахован ни от каких потрясений, да и самой смерти. И вот если будут, роди... если будут крестные родители рядом с детьми, это будет очень хорошо. Важно, конечно, чтобы крестные были православными. И часто, например, подростковый возраст, когда ребенок начинает бунтовать, ему ничего не хочется, вот, родители не слушаются, в этот момент могут помочь крестные, потому что они подойдут как бы с другой стороны они будут разговаривать немножко другими словами. И, возможно, вот своим таким авторитетом, своей молитвой, своей любовью они помогут подростку остаться в церкви. Ну, повторю, что, скажем, в нашей семье, да, мы сами, да, я сам священник, матушка моя, верующий человек, да, мы, наверное, формально на крестинах брали крестных, и, естественно, воспитывали детей, воцерковляли, водили в храм, ну, сами, большей частью. Вот. А там, где нужна помощь, лишние руки, надо, конечно, крестных использовать, просить, чтобы они были рядышком, чтобы они помогали. Внеси свой вклад, оцени, подпишись, и поделись этим видео.